В этом году светлый праздник Пасхи выпадает на 2 мая. И пока видновчане пекут куличи и красят яйца луковой шелухой и чаем каркаде, в Расторгуевской библиотеке можно вдохновиться настоящими произведениями искусства, созданными в традиционных народных техниках. В Расторгуевской библиотеке открылась новая выставка «Пасхальная радость». Яйца-писанки, роспись по дереву и бисерное плетение – всего около 40 работ. Автор экспозиции, заведующая детским отделением Расторгуевской библиотеки Татьяна Пономарева и ее подруга, рукодельница Ольга Казакова. Наша Расторгуевская библиотека много раз предоставляла выставочную площадку для творческих работ наших читателей. Но вот, наконец, представлена выставка нашего сотрудника. Она и вяжет, она и рисует, она и вышивает. И, как вы видите, она делает прекрасные работы из бисера. Орнаменты, которые наши предки вкладывали вот в роспись яйца, да, это образ Вселенной. Это пожелание счастья, это пожелание здоровья, пожелание рождения детей и так далее и тому подобное. Даже есть яйца защиты дома. Татьяна Пономарева признается, создание таких традиционных пасхальных украшений – работа довольно трудоемкая, но очень увлекательная. К примеру, на роспись восковой многослойной техники одного такого яйца писанки уходит около 40 минут. Капелька, яйцо окунается в желтую краску, потом там, где желтый, закрашивается опять воском, в следующую краску окунается и так далее. И потом, когда уже яйцо считаешь, что полностью окрашено, его подносишь к свечке бочком и аккуратно вот воск стираешь. А вот на создание одного пасхального яйца из бисера рукодельницы тратят в среднем 3-4 дня. Подобные выставки в Расторгуевской библиотеке организуются уже на протяжении 8 лет. Также доброй традицией стали и мастер-классы по изготовлению пасхальных украшений. Один из них пройдет в следующую среду, 5 мая в 3 часа дня. Хочется, чтобы передать людям традиции, которые исконно русские, исконно славянские, наши родные. Люди знали, любили и могли ими пользоваться и передать своим детям. Посетители выставки могут поиграть в старинную славянскую игру «Катание яиц», а также почитать книги об истории и традициях праздника. Экспозицию можно посетить до середины мая. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.